Приехали в Ташкент-Сити-парк. Везде идет еще грандиозная стройка. Вход в этот парк 10 тысяч для взрослого и 5 тысяч для ребенка. Это получается доллар с человека. Деревья маленькие, еще вообще не выросли. Сувенирная лавка. Что-то фонтанчики еще пока не работают. Березки посадили. Это красивое дерево. Не знаю, что это за дерево, но мне нравится. И листики красивые. Скамеечек много. Да, я слышу. Солнце красивое. А? Вик, трава мокрая, ты чё, да ты? Get back in the night, hold my.
цветочки распускаются, остальные в бутон. Красиво будет. Вот такие. Строительство идет. Да. Ну, когда жара, конечно, не походишь. Все открыто. Все под солнцем. Только вот вечером можно походить. Включили фонтан.
Закат вообще красиво. Потом как-нибудь сходим. Не надо, мокрые там, ножки будут мокрые. Надо, Викуське. Идем, Викуся. Ну вот, первый раз тоже вместе с вами были в этом парке. Когда пришли, конечно, не понравилось. Показалось, что слишком все просто. А вечером, конечно, это все выглядит очень красиво. Очень замечательно. Сюда можно приходить ради фонтана. Это все так классно. Ладно, хорошего вам вечера. До новых встреч. Хорошего настроения. Пока-пока.